Хотя бы секунд 6 звук должен литься, а потом затихать и заглушаться. Ну что, проверяем? Да. Разницы, что я проверяю язычком или вот такой медной колотушкой, нет никакой. Это уже доказано. А разницы в том, что я ударяю снаружи или сверху, или изнутри, нет никакой. А потому просто мы языки не подвешиваем здесь на маленькие колокола, чтобы не портить крепление. А каждый язык на колоколу подвязывается сыромятной кожей, чтобы не портить крепление для языка. Итак, я ударяю в колокол. Не пугаемся, звук громкий, потому что пространство закрытое. Считаем? Поехали. Батюшки обычно говорят, ну все, заворачиваем, берем и поехали.